кто вину мне может смыть, о, ничто лишь кровь Иисуса. 166 номер споем. 166. For red book 378, who use the red book. Что лишь кровь Иисуса, но что может исцелить? О, ничто лишь кровь Иисуса, как дорога струя, омывшая меня, она сильней морей. О, ничто лишь кровь Иисуса, чтобы очиститься, гляжу лишь на кровь одну Иисуса. Дар прощения нахожу лишь в крови святой Иисуса. Как дорога струя, омывшая меня, она сильней морей. О, ничто лишь кровь Иисуса, греха искупит дух. О, ничто лишь кровь Иисуса, не добро моих заслуг. О, ничто лишь кровь Иисуса, как дорога струя, омывшая меня, она сильней морей. О, ничто лишь кровь Иисуса, надежду мне дарит. О, ничто лишь кровь Иисуса, моя свята мне не щит. О, ничто лишь кровь Иисуса, как дорога струя, омывшая меня, она сильней морей. О, ничто лишь кровь Иисуса. А вот такой крови Иисуса мы говорили в прошлый раз, а если вы помните, с начала 8 главы послания римлянам о временном и вечном осуждении. Мы говорили о том, что грехи некоторых людей, которые держат их в оцепенении, в рабстве, они должны быть развязаны. И если вы не были в прошлый раз, возвратитесь к сайту, послушайте эту проповедь, потому как это очень важно связать это в одну цепочку. То, о чем мы будем продолжать говорить сегодня, это также 8 глава послания Римлянам. И мы начнем читать с 1 стиха, прочитаем до 9. В прошлый раз мы говорили до 4, а чтобы вспомнить о том, что говорилось, мы прочитаем с 1 по 9. «Нет поэтому никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, которые ходят не по плоти, но по духу. Но закон духа жизни во Христе Иисусе сделал меня свободным от закона греха и смерти. Ибо что закон не мог сделать, в чем он был слаб из-за плоти, то Бог, послав Сына Своего собственного в подобие плоти греховной, и за грех осудил грех в плоти, чтобы праведность закона исполнилась в нас, ходящих не по плоти, но по духу. Ибо те, кто по плоти, помышляют о том, что от плоти, но те, кто по духу, о том, что от духа. Ибо помышления плотские есть смерть, но помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотской ум есть вражда против Бога, ибо закону Божьему он непокорный, да и не может быть. Так что те, кто в плоти, Богу угодить не могут. Но вы не в плоти, но в духе, если только Дух Божий обитает в вас. Если же кто Духа Христова не имеет,
тот и не его. Давайте начнем снова с первого стиха. Посмотрите, нет поэтому теперь никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, которые ходят не по плоти, но по духу. В прошлый раз мы узнали, что все станет явным, а на судилище вы не сможете ничего спрятать. Брат мой, когда произойдет восхищение, то ты будешь благодарить Бога за предостережение. Ты будешь благодарить Бога за ясную проповедь. Все будет явлено на судилище Христово. Все твои мысли, все твои маневры для своей пользы, не для Христа, а ради себя, ты будешь держать ответ за все это. В книге Откровения говорится о том, что святые предстанут в новых белых льняных одеждах. Ты любишь говорить о наготе, и вот тебя ждет нагота на судилище Христовом. Святые уже здесь шьют себе льняные одеяния, а ты явишься на судилище абсолютно голым. Это и будет твоим позором. Бог говорит, что тебе было бы лучше быть осторожным с тем, что ты делаешь. Ты войдешь туда голым, и они увидят весь твой срам. Мы говорили об ужасе Господнем в прошлый раз, если вы помните. Посмотрите в Матфея 18 главу, 18 стих. Посмотрите, на все, что свяжете на земле, будет связано, то, что развяжете, будет развязано. 18 глава Матфея, стих 18. «Истинно говорю вам, все, что вы свяжете на земле, будет связано на небе, и все, что развяжете на земле, будет развязано на небе. Если у вас есть невоздержанное, мятежное, упрямое, гордое сердце, а ты говоришь, что это не так, не желаешь это признать, то с этим ты связываешь себя». И если ты не исправишь этого здесь, живя на земле, если ты не исповедуешься в грехе, не исправишь свои грязные мысли, то они будут связаны или будут связывать тебя на небесах. Ты скажешь, это не то, что здесь написано. Давайте посмотрим на контекст этого отрывка. Посмотрите на 27 стих 18 главы Матфея. «Тогда господин того слуги был тронут состраданием и отпустил его и простил ему долг», написано. Обратите внимание, «отпустил» или «развязал его и простил ему долг». Когда он простил ему долг, то он развязал его от долга. «Развязать» значит «простить». Послушайте, контекст определяет значение. Если вы читаете снова 18 стих 18 главы Матфея, посмотрите. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. И все, что развяжете на земле, будет развязано на небе». Если вы до сих пор не понимали этого стиха, помните, контекст разъясняет вам содержание. Если ты идешь за плотью и потакаешь ей, и даешь ей то, что она хочет, Бог говорит, что все это обнаружится на судилище Христово. Если ты живешь по плоти, то ты умрешь. Так написано в Римлянам. Посмотрите. «Ибо если будете жить по плоти, умрете. А если через Духа умерщвляете дела тела, будете жить». Послушайте, я был бы лучше смиренным прямо сейчас, чем я видеть, а все там, что нельзя спрятать. Нет там стенки, за которой можно встать, или дерева, за которым можно спрятаться. Может быть, тебе необходимо развязаться с этим. Библия говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. Посмотрите снова на первые два стиха 8 главы Римлянам. Нет поэтому никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, которые ходят не по плоти, но по духу. Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе
сделал меня свободным от закона греха и смерти. Сколько законов здесь? Кто умеет читать? Вы видите, у греха есть закон. Брат, если ты согрешишь, то ты умрешь. Почему? Потому что возмездие за грех – смерть. Посмотрите, это в Римлянам в 6 главе 23 стих. «Ибо плата за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечная через Иисуса Христа Господа нашего. Вот закон греха и смерти». Ты скажешь, что каждый умрет рано или поздно. И тебя это сильно не волнует, когда я умру, раньше или позже. Библия говорит, что смерть и ад будут брошены в озеро огня, и это смерть вторая. Итак, если ты открываешь книгу Откровения, ты находишь, что смерть и ад были брошены в озеро огня. Библия говорит, что душа, которая грешит, умрет. Мне не нравится идея, что если я умру, то попаду в ад и буду платить за свои грехи. Тебе не обязательно отправляться в ад и платить за свои грехи. Посмотрите, о чем говорит 2 стих 8 главы Римлянам. «Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе сделал меня свободным от закона греха и смерти». Есть закон, который выше греха и смерти. Это закон Духа. Жизни во Христе Иисусе. Все, что нужно сделать, это обратиться к Христу Святым Духом. Когда в последний раз ты следовал закону гравитации, ты скажешь, это неосознанно, что это автоматически. Брат мой, когда ты грешишь, тебе даже не нужно думать о том, что когда ты согрешишь, то попадешь в ад. Вне зависимости, веришь ли ты в это или нет, ты попадаешь в ад. А это будет автоматическим результатом твоего греха. Если ты поверишь в Господа Иисуса Христа Спасителя, то ты, не ты спасаешь себя, но Господь спасет тебя. Посмотрите снова. Во 2 и 3 стихи теперь послания Римлянам 8 главы. «Ибо закон Духа жизни» – это самый высший закон. «Во Христе Иисусе сделал меня свободным от закона греха и смерти». Это другой закон, который подчиняется закону Духа. И 3 стих. «Ибо закон не мог сделать в чем он был слаб из-за плоти. Но Бог, послав Сына Своего собственного, в подобие плоти греховной, и за грех осудил грех в плоти». То, что закон не мог сделать. Видите, в 3 стихе в начале. Что закон не мог сделать. А закон не может спасти тебя. Обратите внимание, что... Он был слаб из-за плоти. Проблема не в законе, проблема в нашей плоти. Обратите внимание, Бог посылает Сына Своего собственного в подобие плоти греховной и за грех осудил грех в плоти. В подобие плоти греховной пришел Иисус, чтобы вытащить нас из плоти. Христос был искушаем во всем, подобно нам, и все же не согрешил. Вы знаете, в чьей плоти Бог осудил грех? В теле Иисуса Христа. Бог осудил грех в плоти Иисуса Христа, чтобы я мог освободиться. Разве это ничего не значит? Как Он осудил грех в плоти Христа? Потому что Иисус стал грехом за нас. Тот, кто не знал греха, отдал свою жизнь, чтобы мы сделались праведными Божьими в нем. Посмотрите на этот отрывок из 2 Коринфянам 5 главы 21 стих. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. Пятая глава, 21 стих.
Ибо Он сделал того грехом за нас, кто не знал греха, чтобы мы сделались праведностью Божьей в Нем. Был ли Христос грешником? Конечно, нет. Но Он стал грехом за нас или вместо нас. А когда мы говорим, что Он стал грехом, Он взял весь грех на Себя. Он ни разу не согрешил Сам. Все наши грехи были помещены на Него. Он стал носителем греха. Он стал замещением. Он стал искуплением. Я могу быть праведным только лишь потому, что Христос занял мое место. Он стал грехом за меня. Я не мог соблюсти закон. Проблема не в законе, проблема в моей плоти. Вернемся к 8 главе Римлянам, 3 стих. «Ибо закон не мог сделать, в чем он был слаб из-за плоти, но Бог, послав Сына Своего собственного в подобие плоти греховной, и за грех осудил грех в плоти». Посмотрите еще теперь на первое послание к Коринфянам, 15 главу, 3 стих. 15 глава 1 Коринфянам, 3 стих. «Ибо я передал вам прежде всего то, что и я принял, как Христос умер за грехи наши, согласно Писаниям». Христос умер не за свои грехи, не только за какие-то грехи, большие грехи или малые грехи. Он умер за грехи наши, написано. Христос не погиб мученической смертью за свои собственные грехи. Он погиб за наши грехи. Он принял наше место. Посмотрите теперь 4 стих 8 главы Римлянам. «Чтобы праведность закона исполнилась в нас, ходящих не по плоти, но по духу». Чтобы праведность закона исполнилась в нас. Закон прав, закон духовен. Мы говорили в прошлый раз об этом. Посмотрите в Матфея 3 главу. Хочу показать вам, что для того, чтобы попасть на небеса, крещение не является обязательным. Если вам кто-то будет убеждать вас, что это обязательно креститься, посмотрите в Матфея 3 главу. Если вы держите закладку в 8 главе Римлянам, посмотрите, что в 3 главе Матфея с 13 и дальше мы будем читать. 13 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, чтобы креститься от Него. Но Иоанн запретил Ему, говоря: «Мне нужно креститься от Тебя, и Ты приходишь ко Мне». И Иисус сказал ему: «Допусти этому быть так теперь, ибо так подобает нам исполнить всякую праведность». Тогда он допустил его. Часть исполнения Божьей воли – это выполнение всей праведности, не только какой-то части. Он должен принять крещение, чтобы совершить всю праведность. Так, когда я принял Иисуса Христа Спасителем, я принял праведность Иисуса Христа внутрь себя. Скажем, а теперь она изнутри действует, не снаружи только. Он был уже крещен. Послушайте меня, мне не нужно креститься, чтобы спастись. Посмотрите дальше до 17 стиха, о чем говорит нам 3 глава Евангелия от Матфея. Иисус, когда крестился, тотчас вышел из воды, и вот открылись ему небеса, и увидел он Духа Божьего, сходящего подобно голубю, и опускающегося на него. И вот голос с неба, говорящий: «Это есть Сын мой возлюбленный, которым я очень доволен». Чтобы попасть на небеса, мне не нужно креститься. И можете поставить там запятую, соблюдать субботу, не есть свинину и всякие другие еще людские постановления, которые люди хранят и думают, что они более духовные из-за этого, не включаются никак Богом. Вот что включается. Принять праведность Иисуса Христа.
Позвольте мне спросить вас, соблюл ли он закон? Он и мог соблюсти, потому что он Бог. Все грешное человеческое не могло. Если удавалось соблюсти одну заповедь, то в другой какой-то было нарушением. И он искупил все мои грехи. Так все мои несовершенства, несоблюдение закона были соблюдены им. Он заплатил за все то, где я не мог справиться. Вернемся в Римлянам 4 главу, 8 главу, 4 стих. «Чтобы праведность закона исполнилась в нас, ходящих не по плоти, но по духу». Посмотрите, праведность закона, которую требует закон, должна в нас пребывать. Когда? Мы читали в 3 стихе. «Ибо этот закон не мог сделать, в чем он был слаб из-за плоти. Но Бог послал Сына Своего собственного в плоти, в подобие плоти греховной, и за грех, и осудил грех в плоти. Он не только принял мое место и умер, но он исполнил праведность закона. Она теперь дается мне, а праведность вменяется». Положено на мой счет, когда я принял спасение. А все остальное, сколько бы усилий ни прилагали, не может достичь праведности. Даже если вы достигаете какой-то части праведности, прежняя ваша жизнь не говорит о праведности, которую также нужно сделать чистой. А теперь 5 стих 8 главы Римлянам. Посмотрите. «Ибо те, кто по плоти, помышляют о том, что от плоти, но те, кто по духу, о том, что от духа». Это означает, что либо ты слушаешься плоти, либо слушаешься духа. Вот где самая битва, или где искры начинают лететь. А что ты делаешь со своим разумом? Ты думаешь. О чем ты думаешь? О том, что ты будешь делать. Как устроить свою жизнь более комфортно, или как удобно, как выгодно. Посмотрите, то, о чем мы всегда думаем. Притчи 23 глава, стих 7. Притчи 23 глава, 7 стих. «Ибо как он мыслит», вот есть люди, которые мыслят, всегда мыслят, они всегда заняты. Посмотрите, что они мыслят. «Таков он и есть, ешь и пей, говорит он тебе, но сердце его не с тобою». Вот в чем беда. Если я всегда мыслю о себе, это не говорит о духовности. Если ты думаешь об этом достаточно долго, то ты станешь тем, о чем ты думаешь. И то, что занимает твои мысли, в конечном итоге выльется в действительность. И ты будешь делать именно то, о чем ты думал так много времени. Посмотрите, о чем мы должны думать. Переверните в послание филиппийцам. Держите закладку в Римлянам. Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья, все, что истинно, все, что честно, все, что справедливо, все, что чисто, все, что прекрасно, все, что пользуется доброй славой, если есть какая-то добродетель и если есть какая-то похвала, о том помышляйте», говорит нам Писание. Когда нас окружает столько нечестия, столько несправедливости, столько безобразия, скажем, и различного рода зла, очень трудно сконцентрировать себя на том, что честно, что справедливо, что чисто, что прекрасно, а что пользуется доброй славой. Ты должен думать о правильных вещах. Когда ты думаешь о неправильных вещах, тогда ты думаешь о том,
Как сделать их, чтобы не быть наказанным? Как я могу сделать это? Тогда ты начинаешь замышлять, манипулировать и размышлять, если тебе за это ничего не будет. И может быть первый раз не будет, но может быть на сотый раз точно будет. И тогда ты будешь ответственен за все 100 разных случаев. Вернемся обратно к посланию Римлянам в 5 стих 8 главы. «Ибо те, кто по плоти, помышляют о том, что от плоти, и плоть, она всегда нас обманывает, она подводит нас много раз, обещает нам что-то и не выполняет». Когда-нибудь вы задумывались таким вопросом, почему я это делаю? Потому что ты думал об этих вещах, потому что ты прислушивался к тем мыслям. И Библия говорит, дурные компании развращают добрые нравы. Можно дать вам задание найти этот отрывок в Писании и подчеркнуть его красной пастой? И знать, что там, где есть грязные мысли, или грязные анекдоты, или грязные протесты, или еще какие-то запачканные грязью дела, они развратят в нас добрые нравы. Если ты слушаешь рок-музыку, то у тебя будет склонность к гневу. Если ты будешь слушать Моцарта, Баха, Гайдена, Генделя, то ты будешь добрее, человек, с которым будет легче общаться. Тебе необходимо думать о духовных вещах. Если ты читаешь Библию, то ты будешь думать о духовных вещах. Ты будешь настоящим Божьим человеком, который думает о Божьем, и который, как Бог, благословляет, не проклинает, который, как Бог, является верным, является ясным, является конкретным во всех своих поведениях и делах. Посмотрите в Иоанна 6 главу, чтобы стать духовней, если у вас есть это желание, ты должен думать о духовном. 6 глава Иоанна, стих 63. Обратите внимание. «Знал ли ты о том, что это погибающая планета? Везде одни могилы и города в руинах, и в наше время мы видим еще больше этого творится». Посмотрите. «Это дух, который оживляет, плоть не приносит никакой пользы, нет смысла ее слушаться. Слова, которые говорю я вам, они есть дух и жизнь». Вот что приносит нам жизнь. Это слова Иисуса, которые обещают и которые дают и поддерживают и контролируют жизнь. Обратите внимание на 6 стих 8 главы Римлянам. Вернемся обратно к Римлянам. «Ибо помышления плотские равно...» Какое слово из 5 букв? Смерть. Все, что вы думаете, мне надо, я хотел бы, как прекрасно было бы иметь то или другое, это приводит к смерти. Это заберет у вас силы и оставит вас в невесомости. Знаете ли вы о том, что надежда внутри вас может умереть? Ваша радость, вы думаете, вот я приобрету новый свитер, или новый костюм, или новый ковер, или еще что-то, и я буду вот как в комфорте, мне будет мягко, мне будет удобно, мне будет тепло, или как-то еще. Ваша радость может умереть внутри вас. Знаете ли вы, что можно потерять свои виды на будущее и все то, что вас окружает? И вы станете темнее в ваших мыслях. Все может стать тоскливым и опустить вас на дно. То, что плоть обещает, то, что плоть готовит для нас, это опустить нас на дно. Посмотрите в 6 стих 8 главы Римлянам.
Ибо помышления плотские есть смерть, то есть могила, 2 тонны земли сверху. Но помышления духовные – жизнь и мир. Итак, быть духовно настроенным того стоит. Это означает жизнь, радость и жизненную энергию. А если вы посмотрите на 5 главу Римлян, мы посмотрим, что же дает нам жизнь и мир. Переверните листочек обратно в 5 главу, 1 стих. Поэтому, будучи оправданы верой, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. А мир с Богом ты можешь иметь, где между тобой и Богом нет разделяющей стены, нет никакого препятствия. Ты можешь приходить к Нему, Он может отвечать тебе. Это прекрасное взаимоотношение. Посмотрите Филиппийцам 4. Когда ты примешь спасение, тогда ты получишь мир с Богом. Но есть еще мир Божий у каждого верующего, у которого есть спасение, есть мир с Богом. Но вполне возможно, что не у каждого есть Божий мир. Вы видите, много христиан обеспокоенных. Как получить румынский паспорт? Как уехать за границу? А как то? А как это? А где я там остановлюсь? А где я там буду работать? А сколько я буду получать? И это говорит о том, что нет Божьего мира в их сердце. Ты можешь отчаяться в своем сердце. Ты можешь быть настроен на плотские мысли. Посмотрите Филиппийцам 4 главу, стихи 5 и 6. Пусть умеренность ваша будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но во всем посредством молитвы и моления с благодарением пусть ваши просьбы делаются известными Богу. Вот кому мы должны адресовать наши нужды. И это не хотение, это нужды. Посмотрите на начало 7 стиха. «И мир Божий, который превосходит всякое понимание, даст вам вот это спокойствие. Он соблюдет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе». Когда? Когда мы выполняем условия 6 стиха. С чего начинается 6 стих? Не заботьтесь ни о чем. Не думайте в конце месяца, чем я буду платить квитанции за газ, или за свет, или за воду, или за что-то еще. А что мне делать в этом? Тогда, когда мы об этом не заботимся, Бог со своей стороны приходит и соблюдет сердца ваши и умы ваши через Христа Иисуса. Если ты будешь делать то, что сказано в стихе 6, то результатом станет стих 7. Итак, если ты приходишь к Господу и молишься Ему, и благодаришь Его, то ты обретаешь мир Божий. Посмотрите еще отрывок о Божьем мире в 119 псалме, стих 165. 119 псалом, 165 стих. «Велик мир имеют те, кто любит закон твой». Почему они любят закон Божий? Потому что он дает им благо или спокойствие не переживать о том, что будет завтра. И ничто не будет им преткновением. А что бы ни решила Майя Санду, или Андрей Спину, или Илан Шор, или кто бы там ни был, ничто не будет им преткновением. Вы знаете людей, которых очень легко обидеть в наши дни. Людей очень легко обидеть, потому что они зациклены на себе.
Они только думают о своем удобстве. Людей таких легко обидеть. Они только за собой следят. Библия говорит: «Велик мир у любящих закон твой, ничто не может обидеть их». Они не смотрят тогда на себя, они смотрят на Бога, который соблюдет их или который поможет им пройти через все эти трудности. А другой отрывок о мире мы посмотрим в Исаии 26 глава 3 стих. Исаия 26 глава 3 стих. 26:3. Подчеркните себе его. Ты сохранишь того. Скажите, от кого сохранишь? От Майи Санду, от Европейского Союза, от советского там бомбардировки или там еще чего-то. В совершенном мире, чей разум полагается на тебя, потому что он уповает на тебя. Он не видит силу у Путина или у Зеленского или у кого-то еще. Он уповает на тебя. А другой отрывок. Псалом 51. Вы помните жизнь Давида, который сохнет из-за того, что нет общения с Богом, из-за того, что он отчужден. И посмотрите слова, которыми он описывает свое состояние. Псалом 51, стихи 6 и 7. «Вот ты жаждешь истины во внутренних частях, и в скрытой части дашь мне познать мудрость. Очисть меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Очень легко здесь говорить: да, я верю в Бога, выйдя до Штефана Челмари, кричать: «Жос Майя Санду» или там как-то еще. Посмотрите на Давида, который говорит: ты жаждешь истины во внутренних частях. Если это есть внутри, вы не пойдете туда, где нет этого внутри. Чуть дальше посмотрите, 8 стих. «Дай мне услышать радость и веселье, чтобы возрадовались кости, которых ты сокрушил». И еще ниже мы спустимся на 10 стих. Смотрите. «Сердце чистое сотвори во мне, о Бог, и дух правильный обнови внутри меня. Не отверги меня от присутствия твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и свободным духом твоим поддержи меня. Когда научу я преступников путям твоим, и грешники к тебе обратятся». Когда? Когда это будет внутри меня. Когда я буду жить этим. Тогда те люди, которые обеспокоены чем-то, они придут и спросят: а как ты так можешь? А разве тебя это не касается? Да, касается. Но я имею другое утешение, другое наслаждение и радость. Возьмем пример у Давида. Хорошие люди попадаются из-за греха. Самые лучшие женщины могут отойти от пути из-за греха. И то, почему люди попадаются, потому что они об этом думают. И день, и ночь, возможно, думают. И это рано или поздно выходит наружу. Посмотрите теперь снова на Римлянам 7 стих 8 главы. «Потому что плотской ум есть вражда против Бога». Это снова минус нашему уму, который думает о нашем комфорте, о нашем удобстве. «Ибо закону Божьему он непокорный, да и не может быть». Вражда означает ненависть. А этот стих говорит, что ты не можешь жить для Бога, будучи настроенным на плоть. Ты думаешь о плоти, ты думаешь о мире, ты стараешься удовлетворить свои плотские потребности, но плотской ум
это вражда против Бога. Он Богу непокорный и быть таким не может. Потому что плотской ум не подчинен закону Божьему, то духовный ум покорен закону Божьему. Антитезис. Это оборотная сторона медали. Плотской ум не может покориться Духу Божьему, духовный ум может быть покорным закону Божьему. Посмотрите в Матфея 26 главу, стих 42, где Иисус сказал: «Не моя воля, но да будет воля Твоя». Какая бы она ни была тяжелая для меня, но я хочу Твоей воли. Я хочу настроить себя, чтобы быть в воле Божьей. Тогда мы говорим «моя воля», когда нам удобно. И мы начинаем враждовать с Богом или идти против Божьей воли. Вы знаете Савла, который шел против Божьей воли. Ему очень было трудно идти против воли Божьей. Посмотрите также в Матфея, в 6 главе, 24 стих. «Никто не может служить двум хозяевам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одного будет держаться, а другого презирать. Не можете служить Богу и мамоне». Посмотрите, никто, абсолютно, какой бы сильный человек ни был, не может никто. Ты не можешь служить Богу и миру в одно и то же время. Мы стараемся и надеемся, но ты... ненавидишь дьявола и любишь Господа. Если сказано, что ты будешь держаться за одного, а другого презирать, не можете служить Богу и дьяволу. Мы читаем это в 8 главе, посмотрите, 28 стих. «И мы знаем, что все вместе работает на добро тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу». Только определенная категория. Здесь не включаются все люди. Плотской разум не может заявлять свои претензии на обетование в Римлянам 8.28. Мы используем Римлянам 8.28, как если бы стих был применен каждому христианину. Но 8.28 применимо только к определенной категории христиан. Мы знаем, что все содействует ко благу для тех, кто любит Бога. Вернемся в 7 стих Римлянам 8 главы. «Потому что плотской ум есть вражда против Бога, ибо закону Божьему он непокорный, да и не может быть». Непокорный, и он идет против Бога. Знаете ли вы о том, что у христианина может быть плотской ум? Да. Это может стать враждой с Богом. Обратите внимание, когда мы читаем Римлянам 8.28, он призван согласно его замыслу. Он не идет против Бога. Но как я хочу, не как ты. Это говорит о плотском замысле. А духовный замысел, он говорит, как ты хочешь, не как я хочу. Когда ты живешь для Господа, лишь только тогда все содействует ко благу тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу. Но если у тебя плотской ум, ты не покорен закону Божьему. Когда у тебя плотской ум, то ты ничего не сможешь вынести из чтения Библии. Внезапно ты вдруг осознаешь, что ничего не можешь узнать нового из Библии для себя. Это не потому, что сегодня ты ничего не можешь узнать нового. И не потому, что Библия не может быть для тебя чем-то новым. Твой разум был занят другими вещами. Было ли так, что твой разум был озабочен многими вещами? Наверное, что каждый раз, когда мы садимся читать Библию, обязательно телефон звонит, обязательно там сосед стучит, обязательно кто-то разговаривает, отвлекает нас от того, что мы хотим сконцентрироваться. Посмотрите в 1 Коринфянам 2 главу 14 стих. Почему это так?
Но душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, ибо для него это глупость, и знать этого не может, потому что это распознается духовно. Если ты ходишь по плоти, то ты не можешь угодить Богу. Другой отрывок в Галатам 5 глава 16 стих. Галатам 5 глава 16 стих. «Ибо вот что я говорю тогда, ходите в духе, и вы не будете исполнять вожделение плоти». А теперь к 8 стиху перейдем в Римлянам. «Так что те, кто в плоти, Богу угодить не могут». Это уже следствие того, что мы противны, непокорны и не можем стать такими. Как же угодить Богу? Посмотрите в Евреям 11 главу 6 стих. Те, кто знают наизусть этот отрывок, это здорово. «Но без веры невозможно угодить Ему, ибо тот, кто приходит к Богу, может верить, что Он есть, и что Он есть награждающий тех, кто старательно ищет Его». А как возможно угодить Богу? Только верой. В плоти никак. Когда ты ходишь по плоти, то ты не ходишь по вере. А Библия говорит, что все то, что не от веры, есть грех. А другой отрывок в Римлянам, 14 глава. Посмотрите на 23 стих. Римлянам 14, 23. Здесь другой отрывок о том, что мы не ходим по вере, а ходим в сомнении. «А тот, кто сомневается, осуждается, если ест, потому что ест не от веры, но все, что не от веры, равно что грех». Если вам кто-то говорит, а это грех, а это не грех, приведите им этот отрывок, где написано точно, что не от веры, то грех, точка. «Без веры угодить Богу невозможно». А другой отрывок также в послании Римлянам, посмотрите в 9 главу, 8 стих. «То есть те, которые есть дети от плоти, не есть дети Божьи, но дети обещания считаются за семя». А посмотрите, дети от плоти – это те, которые не желают быть чадом плоти. Быть чадом плоти означает, что ты не спасен. А быть детьми от плоти, написано, не есть дети Божьи, но дети обещания считаются за семя. Итак, когда мы ходим по плоти, то мы живем подобно чаду от плоти. Ты живешь как неверующий, если ты живешь по плоти, то живешь как неспасенный, даже если ты спасен. А вот почему в Римлянам 6 главе сказано, что мы должны раскаяться в мертвых делах. И это приведет нас, чтобы стать детем, который имеет семя другого назначения. Если ты спасен, то ты знаешь об этом, потому что Бог дал тебе Духа Святого. Он говорит, христианин доктринально, не в плоти. Ты можешь ходить по плоти, но ты не в плоти. Да, у нас у каждого есть плоть, и эта плоть заставляет нас ходить. Но мы не должны ходить, чтобы только ей угождать, а чтобы делать что-то для Бога. Посмотрите 2 Коринфянам, 10 глава, 3 стих. 10 глава, 3 стих. «Ибо хотя мы ходим во плоти, мы не по плоти воюем. Я спасен, и я еще внутри плотского тела, и я хожу в плоти, как и все, все же Бог говорит, что я больше не в плоти, я в духе, и я хожу в плоти, но не воюю по плоти». Доктринально я не в плоти. Два важных слова в стихе 9. Обведите слова «Божий» и слова, словом
Христов. Кто Христос? Христос – Бог. Если я хожу в Боге и во Христе, я не буду поступать по плоти. Обратите внимание. Если кто Духа Христова не имеет, мы читали в Римлянам 8 главе, 9 стих. Не, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Сегодня есть очень много разных ересей, что спасенный человек не обязательно имеет Святого Духа. И это печально, что называться христианином, держать в руках Библию, иметь в распоряжении эти истины и сказать, это потом, на старости лет или на пенсию, когда выйду. А теперь мне нужно вот своего добиться. Мы это продолжим в следующий раз. А в этот раз помолимся, чтобы наше хождение было в духе. Не было зависимо от плоти, не было противно Богу, не было тем, которое не принимается или не радуется в нас и не приносит нам ничего. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты ясно объясняешь нам зависимость от плоти и зависимость от Духа. Благослови каждого из нас на этой неделе быть послушным Слову Твоему, вникая в Него, разобраться для себя и пояснить это другим, чтобы многие другие не зависели от плоти и от того, что она обещает им, но возрадовались в духе и ходили в той жизни и в том слове, которое Ты написал, чтобы освободить нас и чтобы сделать нас теми, которые ожидают Тебя с радостью. Достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. 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 Аминь.